Добрый день, уважаемые зрители канала и случайные зрители. Подписывайтесь на канал ТВ Маэстро. Сегодня, значит, какое у нас число хоть сегодня? 6. Вышел я вот на улицу, раннее утро, 8 с небольшим. Значит, 4 числа у нас был готов паспорт для черненького нашего негодяя. Вот, и мы его не смогли получить, я еще не знаю, правда, может быть, он сам сходил, вот, ну, мы сейчас это все проверим, блин, ветер, сейчас мы, во-первых, зайдем на базу с определенным сосудом, вот, потому что иначе никак, наверное, не получится, наверное, ребятишки опять там надрались вчера алкогольных напитков. Сейчас я зайду в Бристоль, куплю, значит, сигареток и, к сожалению, водочки. Не бухайте, у меня сегодня 158-й день, трезвый образ жизни ведем. Так что погнали, погнали вперед. Подписывайтесь на канал, пишите лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы по теме и без темы. Погодка наконец-то в Москве восстанавливается. Все здорово. Сегодня очередной у нас будет тренировка парада. Сегодня будут самолеты. Не знаю, попробую снять. На работе я сегодня, но постараюсь. Что-то с голосом у меня. Огромное спасибо всем за то, что смотрите. Подписывайтесь. Всем удачи. Идем на базу. Погодка сегодня летная, как говорится. И вот он наш супермагазин. Надо найти черного. И сходить за паспортом, наконец-то, если он еще не сходил сам. Ну вот у нас чудо-магазин, где в 8 с 8 утра можно увидеть наших людей. Так, ну забежал я в Бристоль. Уже видели мы здесь Рому, паука. Кличка к нему так и приклеится, мне кажется, паук. Брянский наш. Пока не уехал он домой. Вот, сейчас я интересовался вообще, хочет он домой уехать или не хочет. Но вроде есть желание. Тоже нужно подумать над этим вопросом. Уже они бутылку купили. Блин, и я вторую купил. Это им дофига. И у нас, ребята, беда. Беда с черным. Сейчас мы попробуем расспросить ребят, что случилось в итоге. Иду на базу. Так. Наша многострадальная база. Здесь люди какие-то сидят. Не будем снимать. Чё это с черным? Не знаешь, что? Забрали мусора. А ты не знаешь, что там, за сумку или за провода? За провода. За провода? За провода хер с ним. Да он сам долбоёб. Нахуй он, блядь, себе взял, блядь. Ну да. Его, блядь, полтора, блядь, деньги заплатили, но он себе взял это сказать. За 500 рублей, блядь, ты первый таскайся. Просто я слышал такую историю, он какую-то сумку у какой-то женщины украл. Нет? А, это уже не знаю. Просто за, за провода он может еще и отмазаться. Нет, ну хотя, сколько, когда его, вчера забрали, да? Вчера прямо сюда. Фу, блядь. Проезжай на черный.
Ну, что у вас сегодня на завтрак? Картошка там что? А, печется? Да. А как же он там черное что горит? Ну, тут коптит чего? От фанеры. А, от фанеры? Блядь, а я шел к нему, думаю, это, по хмелю, да, блядь, паспорт сходить получить. Я не мог. Я ему, блядь, пиздюлей дал. Он мне слово дал. И этого толстяка тоже не касается. Если будете колоться, ну не нахуй, подальше от нас. Все. Ну да, он этот, ворсак отъехал. Нахуй это надо, правильно? Ну. Сам себе, блядь, смертишься. С тобой, Бульба, что случилось? Нормально. Бульба переехала. Бульба переехала. Вчера сидим тут, бухаем, короче. По голове, блядь, вот так, блядь, ласкает нахуй. Пизда Бол, говорит. Кто? Он. Говорит, чего? Помнишь? Вот так прям ласкает нас, пиздобол говорит нам. Чего? Ты пиздобол говорит, блядь, заебал, блядь. О, он же пиздобол, блядь. Пиздюк. Еще, блядь, по голове, блядь, как кошка, понимаешь, что трогаешь кошку. Он мне вот так делает, говорит, пиздюк, блядь. Блин, а как бы узнать, у каких ментов-то, блядь, узнать, нах, что там с ним, куда? Он, скорее всего, на третьем. Черный? Его я когда стоял на вокзале, его знаешь, куда заводили? Вот этот, не в сам центральный вокзал, а вот этот, где, знаете, блядь, как они там долго не будут держать. Они туда, где эти, блядь, как они там, блядь, на пригородные поезда. Ну, через турникеты, да? Да, они туда повели его. А, он сейчас наверное, курил, понимаете, они его ждут постоянно заводить, блядь, курил, блядь, ебать, блядь. Ну ты собираешься домой, да? Ну конечно. Он уже дома. Уже дома. На работу принято. Конечная, да, приехал. Конечная, станция конечная. Конечная станция. Ну приняли его, наверное. Не, если там у Вовки не получится, если у меня будет копейка, я это, куплю тебе билет домой. Там билет-то стоит сколько, 1000 рублей? На поезде? Ну там 800. Ну, я тебе сейчас, прямо сейчас дам 10 рублей, пиздуй домой. Деньги ему не надо давать, он хуй доедет. А потом поделим, блядь, встретим. Да, да, да. Это надо билет сразу покупать, что-то покушать с собой. И вперед. Бульба, что ты сидишь там, блядь? Ну. Опять спит, сидит, Бульба. Я сижу правильно. Чем снимаешь? Мой оператор. Не-не-не, потом тебе лицо мутки делают. Да, не будет тебя. Они там монтаж делают, тебе не будет. Ну просто самое главное, что видно, не говори свое. А то тебе скажут, да, а мутка, тебе будет так. А Манька убежала, да? А вчера на пиздец. Наебашилась, блядь. Была? Хлам. Была здесь, да? Да нет, она там. Блядь, с этой сумкой, блядь. Ее сумка-то, она стояла и там. Как его, на переходе, понял, Санёк? Угу. Блядь, заебал этот дым, нах. Сейчас провоняю, блядь, в метро ехать, нах. На работу. От нас, блядь, на автобус заходит, блядь, все убегают. Магазин заходит, блядь, все, блядь, везде. Ну, куда с ним, блядь, везде, блядь. Я не знаю, какой долбоёб, блядь, шлеп кинул, блядь, смотрю. А, в костер, что ли? Да, блядь, что тут происшествий особо никаких не стряслось? Ты что думаешь дальше? Это я уже слышал 2 месяца назад. Еще 2 месяца надо ждать. А, еще ждать 2 месяца. Я просто привык, понимаешь, на улице не видно.
Здоровье, здоровье пропадай. Я вчера на весы стал и охуел. Во мне 69 килограмм, бля. Я тоже сам. 86. Ну. Сколько весишь, Сань? 69 килограмм. А скоро ты вообще 59 будешь. О, если будешь так вести себя. Вот мы скоро сделаем это, как это сказать, для жирных москвичей и жителей России, бля. Хотите похудеть? Да, хотите похудеть, приезжайте на базу. Нахуй фитнес ходить, да? Ну, никакого фитнеса не надо. Недельку побухаете с Асланом и с братвой. Аслан и компания, бля. Назовем медицинский центр, бля. Сейчас вот закончится, моя компания здесь уже не будет. Да, я бы один останусь. Блин, я нахуй, блядь. У меня утка есть, блядь. Хуй, блядь, кого, блядь, выгонять на улице, блядь. Когда заканчивается утка, нахуй, все, блядь, повторяется. Как сделать, не делать? А, бля, потом сходи по магазинам, отработай, нахуй. Да, купи, принеси сюда, блядь. Поляна накрой, блядь. Купи сигареты, нахуй, водку, нахуй, блядь, картошку, нахуй. И еще, блядь, я уже сел и час вот эту, блядь, не могу, блядь, заебал, блядь. Или я не прав, блядь. Просто понимаешь? Сегодня хоть тепло более-менее. Да, сегодня это более-менее. Надо просто быть в продвижении. Че ж там такое? Неужели так фанера коп... Сразу же, короче, на Авито выставлено. Ага. Завтрак у ребят. Созрел. Картошечка. Че, погнали? А, про соль так и не напомнили. Или есть соль у вас? Есть? Картошкой с кофе. А, и кофе. Кто там бухает, ребят? За 20. Стакан созрел. Держи картоху. Вам, бля, надо, бля, все готовить и привезти еще, блядь. Подать, блядь. Кормить. Чай сделать. Еще, бля, килограмм, бля, пиписки может привезти вам, бля. Вот. Пиписки. Пиписку. Золотая богиня. Пиписку. Давайте, берите, ребят. Ты у вас, это, а ты сколько купил-то их? Что купил? Водяры сколько купил? Две? Ёптвоя мопти. А вот это похмел шоу у них. Это, считай, по пузырю нарыло. Размерился, нахуй. Сразу, нахуй, на скоряк. Оп. Не, ну это Аслан давал деньги. Да, Аслан, Аслан давал. Кинь, Аслан. Дело не в деньгах. Я сказал только, что я пропускаю. Неужели непонятно, кто же пропускает? Он без очков не слышит. Он налево идет. Аслан, он без очков не слышит. Берите, пока горячо. Там это, булочка есть там, слышишь? Кто-то убьет. Да нет, там два пацана, да, похмеляются себе. А она как она играет? От телефона или с флешкой? Нет, это радио. А, радио просто. А ты вот это вот, да, Сань. Ты когда я подгонял этому бомжику, когда... Ты не такую ему давал? Когда вот... Так, не, ну там попроще такая, подешевле было. Да, вот это что-то. Ну... Не бомжика, блядь, никого, блядь, пропал, блядь. Не знаю, я, короче, вчера мне помогли, это подписчики тоже. Я нашел... телефон участкового там у него. Да. И вот сегодня хочу позвонить участковому, чтобы он. Где он дома, да, 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 да. Чтобы он мне сообщил.
Доехал, ну, доехал. Может, телефон продал или потерял, или хрен его знает. Ты заранее уже скорую номер, дай ему. Потом, бля, не искал. А, да, да, своего участкового тоже номер давай. Хоть да, два слова. Все, Сань, доехал, все. Да? Все нормально. Да, а то ни слуху, ни духу. Я его проводил, ну как, по телефону я с ним общался. Он Ярославль проехал, потом, значит, доехал до этой, до станции, где ему пересадку делать. Пересадку он сделал, и все. Я потом не позвонил, но я уснул просто. Это на как называется? Коноша, да, Коноша. Вот он в Коноше пересел на другой поезд, и все, и не алло. Утром я уже звонил. Где-то 7:30 утра он недоступен. А? Под платформу? Пойдем. Пойди проверить. Ступино отсюда недалеко? Ступино — это конец Московской области. Ну, далеко. 2 часа, наверное, ехать. Ступино — это, в принципе, мое направление по М4. Да, закусывать надо. Да, Слава, Слава всем говорит, блин, вот вы пьете, ну вы хоть ешьте. Никто ничего не ест. Кушать. Я не пью и не ем ни хрена. Второй есть день. Вода, пей вода, строить не будешь никогда. Ну, второй день дома готовлю. Как там бычи? Живой он? Бычи не пьет. Третий день сегодня. Что, привязал, что ли? Ты его что, посадил на стоять, чтобы он бросил бухать? Я не он знаю. Закодировал-то его, да, стоял? Да, дошла молитва до Бога. Закодировал этого человека. А то крякнет нахер. Я вот увидел его, пиздец, здесь эта чекушка его колыхает, ну, да он уже еле ходит. Брусон, захожу, блядь, заберите свои дружбы. Он, оказывается, там на лестнице спал. Говорит, забери твою дружбу. Длинный выйдет? Да. Я говорю, мне тут-то? Кто он такой? Я-то не знал, блядь, он с закрытым лицом. Хуяк, блядь, толкаю его. О, блядь, она обычно прилетела. Блин, у кого бы про черного узнать, а? Чё там с ним? Да, вот вчера как его забрали, так и до сих пор его нету. Это прикрыть его. Ну, сразу нашли, бля, спрашивали, бля, фамилия, бля. Он сам сказал, это я. Да. Я стою на вокзале, они подходят ко мне, мусора. Ну, его чё, его могли забрать на 48 часов. На 2 суток. Да. Он сам вчера сглупил. Если на 48 часов... Не надо было вчера говорить то, что это я. Вот я. Так они подходят ко мне, я стою на вокзале. Чель, как они фамилию называли, я не знаю никого, не видел ничего. Я. Чердаков. И они пошли сюда, в эту сторону. Да. Я лежу, уже они видят черного, бля. Курит, блядь, ебать, я нихуя себе. Я так понял, что за него, да я мусора говорю, я не знаю никого, ничего, я не знаю ничего. Да ему еще 100 рублей давал, да? Да. И сигарет давал. Ну этот, Валера, губа говорит, вы ему дали, да, стакан, да. Говорит, ебать, что он. Еще 100 рублей давал. Я вчера стакан сразу, да, стакан, да, стакан сразу дали со старта. Ну, чтоб не было нахуй, мало ли. Ну, люди, они повели в этот, они завели его, Сань. Вот это вот такие. Ну, я понял, линейники. Да, двое мусоров они его искали. Еще не, да. Что там, что. Да. Так они, да, вчера двое ехали сюда и зашли. Так они пошли сюда, я ж видел, так и пошли сюда. Они ко мне подошли сначала. Они, блядь, позвонили в опера, блядь, фоткали нам, подправили нахуй. А этот маленький опер сказал, что он изменил сюда. И его забрали. Нахуй он сказал, что он такой фамилия. Да хуй его. Да не, это бегай, не бегай все равно. Да, найдут, сам. Разве тебе там? Да. Но. Понимаю.